Здравствуйте, уважаемые подписчики. Вы на канале Клевая Рыбалка. И сразу говорю спасибо всем подписчикам за помощь в создании этого сюжета. Сейчас я зайду в эту палатку, и вы увидите наших старых друзей. Здравствуйте! Привет. Пока. Да, вот говорил Яныч, вот Дмитрич. Пока котлеты Дмитрича не закончились, решил показать. Вот. Вот мы едим опять котлеты Дмитрича. Вчера вечером приехали с ребятами. Да, вчера не доехали, поэтому было поздно, да, уже стемнело. И мы решили здесь на берегу обосноваться, переночевать. Вот уже с печкой ночуем. О! Вот. Ну, сейчас двинемся дальше к месту рыбалки. В общем, переночевали нормально. Утром ребята уже пару щук поймали. Да? О! Вот, друзья, приехали, ставим палаточку, смотрите, говорил Яныч, тут обнаружил следы медведя. Ну, такой хороший дядька ходит. С моей руку. Дядя-то хороший, да? Хороший дядя. Все, сейчас растопили палатку, поставили, растопили печку, чтобы у нас земля подсохла. Вечером, чтобы спать здесь было сухо. Сейчас как следует разгорится, я прикрою. Все. Так, ребята ехали, здесь уже увидели рыбу. Так, вот здесь сиги стоят, сказали, и таймень, конечно, царь река, это царь рыба, царь этой реки. Вон там чуть поодаль есть щуки, окуни, но итак, друзья, с Гаврилом Яновичем приехали покидать на глубине. Первым же делом ребята все там остались. Так, буду пробовать. А что это хам брамаратый? Вот, устан, а не накавись просто. Подарок от Павла с Сергеем. И самодельный, собственно, этот джербейт Павла НСК. Это все на трофейную рыбу, на трофейного тайменя, щуку. Джерк хорошо играет, вот этот. Если есть таймень, он возьмет. Должен взять. Хордон. Ага, есть. Есть, ребята. Ладно, сразу схватил. Здоровая щука. Или не очень. Это маленькая же. Come on in.
Вон, Дмитрич поймал хорошего. А эти сучок, ну, легкий. Пацак. Пацачик, блин. Взяли первая щука. Щуку мы сразу отпустим, если получится, если он сам захочет, даст этого сделать. Положение у него не очень, сразу скажу. Схватил на джербейт Павла, да еще и сопротивляется, как при распутывании. Засекся весь там сям, не знаю. За морду лица весь позасекся. Ты смотри-ка, получилось. О, первая щука на этот жерк сразу, причем схватила. Как говорил Яныч, сказал, что там щука здоровая стояла. О. Там Гордон на того они, барыха дальше. Вот эти генера сам берег, блин. Хам нам дальше аллара кирил. Он еще был калляна, нагадя бегал. Где? Говорил Янычу спасибо, скажем, за то, что подсобил. Ну вот, неплохо сработал у нас боблер. Джербейт, то бишь. Да. Ага, есть. Только что был удар. Есть, поймал. Вот это да, вот это крокодил. Говорю, Яныч, здоровый был. Здоровый, да. Вообще здоровущий. О, говорил Яныч, поймал красава. Сейчас подожди. Поможем упустить. Стоять. Ай. Щука! Все время щука. Так, марарский воблерок. Пришло его время испытать. Воблер Андрея Марара пошел. Белый. Уже землю броет. О, смотри, сколько окуней. Ну. А, это щука, кажется, попалась. Я думал, кто там броет землю. Это, кажется, щука сидит. Ну чё, Андрюха, нормально твой этот работает? Все нормально.
Бобля. Ух ты. Акробатический трюк. Ну пусть. Пусть повъеживается. Все запутал, конечно. Крючком. Ну все, вот. Сработало. Вот этот воблер сработал. Клевая рыбалка. Даже написано Андрей Марар. Побывал в пасти у щуки. Щука вот валяется. Вот такая вот щука попалась. О. О, плохой попался. Яныча. О, блесна на ногах. Блесна на ногах. Она на бахме. Блин, урод бастан ухтара тебе. Оли манна кие брошта зарыт. О. Тренировка. Адреналин волны волны. Горил Яныч свободу дает. Вот. Поймал, отпустил. Свободу. Добрые. Добрые, ага. Добрый. Гаврил Яныч очень добрый. Поэтому поймал, сразу отпустил. Так, это мы проверили, это работает 100%. Так сказали, заранее дал, говорил Яныч, поймать мерзавца. Мерзавец блесну утащил его, говорит, самую ловистую. Сейчас мы этого мерзавца должны поймать, он говорит, поймайте его мне. Что с ним делать будешь? Блесну забирать? Ну-ка, блесну. Надо забрать. Ага. Так, передаю посылки от Марара для Дмитрича. На. Пойди. Я не могу. В личные руки передал. Все, на камеру заснял. Который утопил. Но они все думают, что он утонул. Но мы же его вытащили. А лишним не будет. Это магнитик на холодильник. Саратова. Саратов. Это воблер от Марар, которые сейчас будут работать, наверное. Самый рабочий свет. Вот эти. Посмотришь-ка. Быгану сатаги. Так, пока Дмитрич там свою посылку распаковывает. Не, ему тоже распакуем посылку. У нас тоже есть нераспакованная одна штука в количестве одной штуки. Так, прислал ее мне
Кононов Андрей Павлович, уже давно. А тут лежит. Получается, он у нас воблера, воблеродел. Этот стример. Стример отдел на портале клёвая рыбалка.рф, он есть. Вот он положил свою убийцу окуня. Две убийцы окуня. Вот. Здесь больше ничего нет, да? Все. Дмитрий, сюда кинешь свой этот мусор. Ну и положил тут каждому по убийце окуня. На, вот тебе убийца окуня. Ты должен был его сейчас закинуть. Тебе. Спасибо. Три штуки положил, оказывается. Ну и этот такой крутяцкий попер положил. Ну, на попер, конечно, мы сейчас уже не рыбачим. Ну, попер. Не, это мароровский этот. Воблер ручной работы. Андрюха Маров. Вот такие вот красные цвета, они в этом работают. Ой, миконь хорошо. Или красная рыба. То у нас тоже неплохо будет. Это вот под этот, под тогун. Бывает. Рыбы, я хочу видеть. Здесь вот посмотрите, он как сделал. На попера вот такая мушка идет, оказывается. Вот довольно интересный метод исполнения. Смотрите. Андрей Кононов. О, я еще такой вот красный. У меня такого-то не было. Видишь, как тебе досталось. Круто. Да, вообще интересно, конечно, здесь готовлено. Посмотрите, вот как люди рыбачат. Вот сюда вот по ходу цепляется поводок. Ну вот это вот как раз вот. Смотри, как сделано, Яныч. Вот так они рыбачат. Вот здесь вот поводок цепляет, получается. Это плавает, привлекает вот. Тут мушка, тут муха. И тут муха. Ну, и вот это вот так вот получается забрасывается. Вот, интересно так вот. Ну, стримера делает Андрей Кононов, поэтому смело заказывайте на портале клёвая рыбалка.рф. Убийцы окуня. Ну, это мы сложим, будем потом проверять все это детище. Придет время. Так, сейчас мы приехали на новое место. Там одни щуки у нас возле дома. Нам щук не надо. Поэтому будем ловить сейчас хорошую, жирную рыбу. Так, у нас, короче, это вот мы так изготавливаем грузило. Но это якорь. Но это очень плохой якорь. Потому что он круглый. Не, надо квадратный. Идеальный якорь. Просто прирожденный. Уханда! Красавчик! Хордонг даме. Дере, заходим в лодку. Так, сейчас будем прокидывать здесь.
этот район. Вот рыбак из города Якутска, Антон Симеров, приехал за 1000 километров к нам. За трофейным тайменем. За трофейным тайменем. Вот его опытным глазом он своим определил, что вот там вот в том районе где-то должен быть так притаился трофейный таймень. И сейчас будет пытаться его поймать. А мы ему помогаем морально, ну и если поймает, физически поможем. Специально я не рыбачу, чтобы трофейного взял Антон. Антон, вон сзади ручей, смотри, на устье неплохо так смотрится. Антон Симеров, что-то поймал. Что? Что-то хорошее, да? Ну-ка. Красавчик, вон он повелел. Белым-белым светом показал. О, лодку развернуло даже. Аккуратней. Давай сначала вычислим, кто это. Щукарь. Щука. Опять щукарь. Блять. Что это, Костя, где? Очень хорошо говорит, видно щуку. Ну вода. Давай щуку. Вода прозрачная. Вода прозрачная, очень глубоко видно щуку. Очень хорошо видно. Что, беру? Или еще поиграешься? Так, ура, не оставь, что ли? На. Да можешь отпускать его сразу. Поставь. Без жаберной крышки, да? Ну, дефект детства, авария детства, травма детская. Надо Игорь Кирябутти. Не. Поправить надо. Не, а как ты поправишь-то? А я? Не, отпускает, еще он живет так, в такой. Хотел как лучше, получилось как всегда, да? Вот, Антон поймал, красавчик, поздравим его. Ну, поздравляю тебя, Антон, с первой рыбкой в этом месте. За день, да? Значит, есть война. Тут есть, да? Ну да, конечно. Куда они денутся-то? Ну. Антон Симеров только что сделал заброс и сразу кого-то поймал. Щука. Щука. О, здоровая. Антоха. Здоровая. Здоровая щука. У нас даже в этот тачек не влезет, наверное. Да. Поймем вот так-то. Не, где она? Ну, не знаю, твой гад, сейчас посмотрим. Амбре! Буарин тут-то. Настоящий амбре. О! Ты покажи его маленько хотя бы. Тут-то. Высуни его. О, он здоровый, видимо. А. Шайтан! Вот это хороший плавает. Хорошенького взял. Ну, повыматывай, что его. Лехали сразу. Давай. Не, сразу не получится. Сразу. Антон, надо вымотать. А то вдруг сорвется же. А? Не сорвется. Что он будет срываться-то? У меня там крючки не это. А ты сюда уверен, что он сюда войдет? Он сейчас где-нибудь зацепится тут и все. Давай. О, он чуть-чуть совсем держится. Смотри-ка у него. Это видел? Припусти леску, пусть уйдет под воду. Припусти леску.
не так этот, этим надо приспускать. О, блин, рывок он урарганарди. Если рывок сделается, у него с губы сорвется и все. А то ли надо брать надо. Ну подожди, сейчас, подожди. А ты уверен, что мы вообще его возьмем? Возьмем, конечно. Гляла не. Держи-ка, аккуратней. Спасибо. У меня весы, кстати, есть. Хорошего взял, Антоха. Пес. Поздравляю. Ну давай успокаивай, что. Возьмем на потроха. Ну? Пожарить. Быстрее, похота. А чем успокоительное есть? Ну, ножом. Нож не возьмем. А что это, молоток что ли? Знаешь. Инструменты тогда дотаскивать. Ключ. А то был мой... Не-не-не, весло сломаешь, ты что? Давай вот этим ножом, или... дай-ка его. Чайник. Мой-то жесткий. Чайником. Не-не-не, пусть лежит в этой сетке. Да бог, отдели сордунгина. Какой-то он... Речной это. Извини, братан. Но ты нам нужен. Да. О, бля, она бомбара. Подожди. Куда я дел-то их? Эй, стёрда на это. Так, сейчас будем Антохин рекорд измерять. Таймень здесь. Здесь должен быть таймень. А, отпускай-ка. Отпускай. Что-то не пищикает. Ну, 9,5, 9,600. Включил, да? Угу. Показывать-то? Сколько там? На, забирай. 9,400. 9,5. 9,5. 9,500. Во-во-во-во-во-во. Давай-ка тебя за этого зафотаем. Мне караватан тут ума. Что это? За камни что ли? Угу, кто-то ударяет. Кто-то хочет съесть мою приманку. Есть. О! Мы тоже поймали. О! Тоже не маленький. Ну, небольшой, не как у тебя, конечно. Аллигаторы. Да, хорошо взял. А? Берем, да? Да, можно взять. О! Шустрый. Ой, осторожно, лодку не пробей. О-о-о. Кидай. Бля, вот тут-то. Бросай. Да пусть я его распутаю сейчас, пусть успокоится. Да. Угу. Что ты стал сидеть? И какие-то раз ты глянешь, что было? Ага, два раза. Две попытки бы делал, вот, посмотрите. На Павловскую. Хорошо, поставь. Попробую, сейчас я его отцепить живьем, не травмируя. Потому что хочу его отпустить. Как бы.